Взрыв на угольной шахте в городе Абай прогремел утром 7 ноября. Утренняя смена только приступила к работе. Под землей находилось 64 человека. 56 шахтеров успели эвакуироваться. 6 человек погибли, 2 госпитализировали. После ЧП власти завели уголовное дело. До сих пор очищаются завалы. Предварительно данные – это был взрыв метана. Сейчас проходят процедуры, во-первых, исследования шахты, что явилось причиной взрыва и что явилось причиной гибели наших граждан. В понедельник компания-владелец шахты ArcelorMittal Temirtau провела пресс-конференцию. Работодатель пообещал помочь семьям погибших шахтеров. Предыдущая крупная авария на Абайской шахте произошла в 2008 году. Тоже взрыв метана. 30 человек погибли, тела 23 жертв остались под землей. Компания ArcelorMittal Temirtau, миллиардера Лакшми Миттала, тогда признала, что оборудование шахты устарело и пообещала провести модернизацию. Несмотря на заявление компании об установке в шахтах сигнализаторов, взрыв не был предотвращен.